Итак, начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас Олег Мельник, заместитель прокурора Харьковской области, Артем Степанов, первый заместитель прокурора Харьковской области. Но два слова Виктория Дубовик по поводу отсутствия самого прокурора. Я пресс-секретарь прокурора Харьковской области Данильченко Юрия Брониславовича и приношу от его имени извинения, что сегодня его нет здесь. К сожалению, мы очень оперативно готовили эту пресс-конференцию. Поэтому сегодня два заместителя, и мы обещаем, что в следующий раз придет лично прокурор области и обязательно пообщается с общественностью, мы определим тему с вами. Соответственно, если есть какая-то заявка на какую-то информацию, на ее получение, я сейчас обращаюсь к активистам, журналисты и так прекрасно знают, как меня найти. Пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу, мы готовы предоставить не только в качестве, в виде пресс-конференции, в виде там каких-то мероприятий, но и в режиме онлайн в любое время как бы мы просто готовы общаться по любым темам, потому что брифинг, пресс-конференция – это больше общая информация, да, это какой-то небольшой отчет за проделанную работу. А что касается каких-то конкретных дел, конкретных событий, конкретных конфликтных ситуаций, пожалуйста, обращайтесь в режиме онлайн, я могу дать свой мобильный телефон, у кого его еще нет, 050-559-6006. Спасибо огромное. Спасибо. Артем Народович. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, активисты. Мы рады сегодняшней встрече, действительно, по объективным причинам. Присутствуем мы сегодня, а не прокурор области. Вместе с тем хочу сказать, что с учетом направления, которое курирую я, согласно распределению служебных обязанностей, я занимаюсь надзором за соблюдением законодательства при проведении досудебного расследования и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, СБУ, налоговой милиции и пограничной службы. Начнем с общей характеристики криминогенной ситуации, которая сейчас существует у нас в Харьковской области. Она есть и остается напряженной, вместе с тем контролируемой. Несколько озвучу цифр, они хоть, скажем, несколько сухие, но для общего ориентира и понимания это нужно сделать. В условиях сегодняшнего затянувшегося экономического кризиса в целом по Украине наблюдается рост преступности, естественно, наша область не исключение. И количество совершенных преступлений в этом году по сравнению с тем же периодом, который был в прошлом, увеличилось на 12,5%. Условно говоря, это на 10 тысяч населения совершается примерно 67,8 правонарушений. Данный рост, безусловно, напрямую связан с преступлениями, в первую очередь, совершенные против имущества. Это те же кражи, разбои и грабежи. Причем краж у нас с вами на 20, более чем на 20% увеличение рост совершения данных преступлений. И мы понимаем, что с учетом структуры, организации и всех чинников субъективных и объективных, органы внутренних дел, последственности которых относятся раскрытие, расследование и проведение досудебного следствия по делам данной категории, физически не успевают, понятно, предотвращать весь этот вал. При этом нужно понимать, что определенные усилия правоохранителей области также уделяются и тем преступлениям, которые совершены ранее на раскрытие так званых преступлений прошлых лет. Вместе с тем, несмотря на все сложности, считаю необходимым отметить все-таки определенный позитив, успех и должное отдать правоохранителям нашей области и признать, что они умеют раскрывать преступления, потому что если взять опять-таки статистику, то уровень раскрываемости преступлений в нашей области хоть и незначительно, но все-таки больше, чем в целом по Украине, это 38,3%, по Украине это 36,5%. Вместе с тем, кроме цифр, мы можем с вами, свежее в памяти, вспомнить результаты совместной качественной работы правоохранителей, результатом которых явились раскрытие актуальных, резонансных преступлений, которые были совершены в конце прошлого года, в течение этого года. Можем вспомнить и раскрытие террористических актов, в том числе совершенных взрыв возле Дворца спорта, это и взрыв в рок-пабе «Стена». Здесь могу остановиться на
направлении по поводу расследования, раскрытия и организации работы касательно сепаратизма и терроризма. Цифры достаточно внушительные, есть о чем говорить, потому что на сегодняшний день у нас в суд направлено 52 криминальных производства в отношении 61 лица, что есть одним из больших показателей в стране, но это понятно с учетом специфики нашей прифронтовой зоны. И на сегодняшний день в производстве следователей Службы безопасности Украины в Харьковской области, где осуществляют процессуальное руководство прокуратуры Харьковской области, в настоящее время пребывает 98 криминальных производств по фактам проявления сепаратизма и терроризма. Если интересно, из них 34 – это сепаратизм и 64 – терроризм. Вообще, в общем, за прошлый и настоящий год у нас 49 лиц, подозреваемых в совершении преступления по сепаратизму и терроризму, выдано для обмена на наших ребят, на военнопленных Сбройных сил Украины по выполнению мирного плана президента Украины. Вместе с тем хочу отметить, что раскрывались не только те громкие террористические акты, о которых я назвал, в прессе и в СМИ, естественно, проходило их совершение. У нас раскрыты и взрывы в центральном отделении Приватбанка, где была задержана группа в составе 6 человек, им предъявлены соответствующие подозрения, проведены соответствующие следственные мероприятия, обнаружен арсенал оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время проведение досудебного следствия по данному производству еще отрывает, но по окончанию будет это дело направлено в суд с обвинительным актом. Если помните, у нас был подрыв флагштока на перекрестке проспекта Правды и улица Голлана. Подрыв автомобиля Opel Frontera, значит, и иные террористические акты, которые, скажем так, совместными координационными усилиями Службы безопасности Украины, прокуратуры, Управления внутренних дел в области раскрыли, и достаточное количество, скажем так, было изъято и оружие, и боеприпасов, и всех остальных запрещенных в обороте предметов, и работа эта на сегодняшний день ведется. Возвращаясь к началу и говоря о том, что ситуация в Харьковской области криминогенная, напряженная, в том числе и на данном направлении работа производится ежедневно, ежечасно, фактически круглосуточно. Нельзя не остановиться на фактах и уделению внимания по совершению экономических преступлений. Опять говоря о экономическом кризисе в стране, тяжелом экономическом кризисе, некоторые государственные служащие позволяют продолжать себе хищение государственных средств, бюджетных средств, областного бюджета, районного, державного, в таких тяжелых условиях. Как пример могу привести открытое в марте этого года орган внутренних дел уголовное производство в отношении должностных лиц Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской областной государственной администрации по факту присвоения более 1 миллиона гривен, если точно, там 1 300 000, по-моему, выделены для ремонта теплосети. И это в то время, когда, сами знаете, в каком состоянии находятся эти, скажем так, социально необходимые объекты. Установлено следствием, что директор этого департамента Грива вместе с директором с одного из предприятий фактически подписывали акты выполненных работ по тем работам, которые фактически не выполнялись, а денежные средства уходили на предприятие и, по сути, присваивались. Лица, подозреваемые в совершении указанных преступлений, в настоящее время в розыске. Наказание по тем статьям, которым инкриминируются, предусматривает на срок от 5 до 8 лет. Аналогичный факт злоупотребления служебным положением и, скажем так, присвоением денежных средств сейчас находится и расследуется в управлении, в следственном управлении органов внутренних дел. Это у нас хищение по коммунальному предприятию Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Значит, могу дальше перечислять те примеры, скажем, с теми хищениями, и, безусловно, этому направлению
тоже уделяется достаточное внимание, на мой взгляд, оно одно из приоритетных на сегодняшний день, потому что в условиях тяжелого экономического положения в стране позволяет себе дальше проводить хищения, но, по-моему, это недопустимо. Вместе с тем, те же террористические акты, сепаратизм и иная противоправная деятельность, которая осуществляется, она должна подпитываться со стороны злоумышленников экономически для ее осуществления. И отдельное, скажем, направление работы – это выявление фактов ведения теневого бизнеса. В этом году прокуратура Харьковской области совместно с соответствующими оперативными подразделениями был выявлен конвертационный центр под контролем известному сепаратисту Жилина, с помощью которого на протяжении 2012-2014 годов субъекты предпринимательской деятельности уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов гривен. Могу сказать, что в мае текущего года один из директоров фиктивных предприятий с обвинительным актом ушел в суд для рассмотрения по существу. В июне месяце закончено судебное расследование в отношении еще трех лиц, так называемых директоров этих фиктивных предприятий, с помощью которых создавалась структура для работы конвертационного центра. Они также с обвинительным актом были направлены в суд. По всем этим эпизодам, во всех соответствующих подозрениях и выписке структуры совершенного преступления, как организатор совершения этих финансовых махинаций выступает, и организатором выступает Жилин, которому вынесено соответствующее подозрение в совершении преступлений, и он находится в розыске, об этом уже говорилось. Поэтому из актуальных производств, у меня их, в принципе, и в памяти подготовлено достаточно много. С учетом регламента, который говорилось 5-10 минут, я буду заканчивать с того, что хотел предварительно сказать. Прошу ваши вопросы, уточнения, постараюсь на них ответить. Спасибо. Давайте создадим слово Олегу Мельнику, да, Спасибо. Доброго дня, шановні. Я вас проінформую про стан роботи органів слідства прокуратури Харківської області. Сьогодні в умовах реформ правоохоронної системи слідчі підрозділи прокуратури області продовжують здійснювати функцію досудового розслідування. До їх компетенції відносяться непрості у розслідуванні кримінальні правопорушення, вчинені як високопосадовцями, так і суддями та працівниками правоохоронних органів. Упродовж першого півріччя поточного року слідчим управлінням області для розгляду до суду скеровано вже 40 кримінальних проваджень відносно 42 правоохоронців. З їх, зокрема, це 29 працівників міліції, 3 працівника податкової інспекції, 2 працівника пенітенціарної служби. Як, наприклад, в березні поточного року направлено до суду кримінальне провадження стосовно організованої злочинної групи, яку очолював колишній керівник підрозділу з боротьби обігом наркотичних речовин Головного управління УМВС Сумської області. Дане кримінальне провадження на даний час знаходиться в суді і розглядається по суті. Одним із пріоритетних завдань прокуратури є боротьба з корупцією. На даний момент чимала кількість нечистих на руку чиновників знаходиться, так би мовити, в роботі у оперативних підрозділів правоохоронних органів, а саме стосовно них проводиться негласні слідчі та оперативно-розшукові дії. Певна частина посадовців, порушників на цей час знаходиться під слідством, а стосовно 18 осіб обвинувальні акти протягом цього року вже направлені до суду. Як приклад можу вам привести, у лютому місяці поточного року направлено до суду обвинувальний акт відносно першого заступника одного з райвідділів міліції, який отримав хабар в сумі 1500 доларів США, і в даний час ця справа знаходиться на розгляді в суді також. Крім цього, хочу вас повідомити, що не залишено поза увагою і органи місцевого самоврядування. Зокрема, в березні поточного року направлено до суду обвинувальний акт відносно голови Мірофіанської міської ради, який отримав хабар в сумі 40 тисяч гривень. Даний посадовець з метою проведення реалізації належного комунальної громаді приміщення
потрібній, так сказати, в кавичках людині, продав це приміщення за вигідною ціною. Крім того, низку кримінальних проваджень слідчі прокуратури області розслідують за заявами як громадян про вчинення катувань працівниками правоохоронних органів, у першу чергу працівниками міліції. Ця категорія злочинів є вкрай складною для доказування, але особи винні в застосуванні недозволених методів ведення оперативно-розшукової діяльності та слідства встановлюються та обвинувальні акти направляються до суду. Можу повідомити вас, що в поточному році також із квітня місяця знаходиться на розгляді в суді кримінальне провадження відносно одного із працівників міліції міста Харкова, який в ході слідства було встановлено, що внаслідок спричинення вищевказаним працівником міліції тілесних ушкоджень та катувань громадянин вистрибнув із адмінбудівлі 4-го поверху та були спричинені йому тяжкі тілесні ушкодження. Також на цей час прокуратура області завершена та скеровано до суду два обвинувальних акти про корупцію в бюджетній системі, один з яких у земельних відносинах. Наприклад, у лютому поточного року скеровано до суду кримінальне провадження стосовно підприємця за посередництво у махінаціях у сфері земельних ресурсів, який отримав він для здійснення цього майже 180 тисяч гривень. Протягом липня цього року також буде закінчення розслідування та направлено до суду низку кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень, зокрема, вчинено організованими групами. Хочу проінформувати, наприклад, за кримінальне провадження, яке буде направлено до суду відносно, ви всі знаєте про це провадження, відносно Люботинського міського голови, який отримав від підприємства неправомірну вигоду в сумі 32 тисячі гривень, а також $500 США за надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою земельної ділянки більше ніж 2 гектари землі. Також наразі закінчується у нас досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно працівника Харківського міського управління міліції та його пособника, які вчинили 13 епізодів погроз вимагання та отримання від громадян грошових коштів під приводом притягнення до відповідальності за виявлення правопорушення. До деяких схем вони залучали жінку, яка надавала платні інтимні послуги, а її клієнтів потім шантажували розголошенням інформації про зв'язок із нею. Слід також зазначити, що іноді розцінки хабарників за їх послуги дійсно вражають, а отримані кошти можуть миттєво зробити будь-якого мільйонера. Так, на хабарі в сумі майже 1,5 мільйона гривень поговорив начальник одного з управлінь Держземагентства області за вплив на прийняття рішення щодо оформлення проєктної документації на землю понад 500 гектарів. І ця робота проводиться і в подальшому, і результати цієї роботи будемо, звісно, вас повідомляти. Дякую за увагу. Можно? Марья Ивановна, 17 канал. У меня два вопроса. Первый, можно какие-нибудь подробности о делах милиционеров, которые сейчас направили в суд, вымогательство взято? Первое, это бывший руководитель Харьковского управления милиции, взятка в 7 тысяч гривен, старший следователь одного из райотделов милиции и, прошу прощения, подполковник милиции одного из райотделов, взятка в 10 тысяч гривен. Можно какие-то подробности по этим делам? Ну, перш за все, хочу сказати більш подробно. При розслідуванні і затриманні цих працівників міліції ми обов'язково їх затримуємо в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, потім звертаємося з клопотанням до суду для обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Як правило, суд завжди задовольняє наші клопотання. Що стосується цих працівників, що ви сказали, ті справи, які розслідуються, вони вже їм повідомлено про підозру і ближнім часом будуть направлені до суду. А що стосується того, що направлено і розглядається в суді, обов'язково там буде ухвалений обвинувальний вирок
відповідно до чинного законодавства. І второй вопрос, можна? Ми всі знаємо, у нас недавно була неприятна ситуація з примусовим призовом, когда хватали работники милиции на улицах людей призывного возраста, отвозили их в облвоенкомат. Скажите, пожалуйста, поступали ли в прокуратуру жалобы на действия работников милиции, и если да, какие сейчас предпринимает прокуратура действия? На цей час, як мені відомо, такі скарги не надходили, а як коли буде надходити, обов'язково будемо розглядати в встановленому порядку. У мене теж, якщо дозволить, два вопроси, мені уточнення і вопрос. Перший момент – похищення мене інтересує. Скажіть, пожалуйста, епізод по Аліві, коли він був, коли производили схищення. Второй момент – это директор КП Пара Карбовникова, какая есть мера пресечения, принята или нет в отношении него. И третий момент – сколько именно, в принципе, в вашем процессуальном надзоре сейчас находится уголовных производств по коммунальным предприятиям города Харькова? Потому что знаю, что часто из них ушла в Киев, и на каком они этапе? Спасибо. Спасибо за вопросы. Во-первых, по поводу периода, когда совершалось хищение, речь идет о прошлом, позапрошлом годе. Это касательно денег, которые совершались в области даже администрации. Значит, что касается расследования криминальных производств, которые, в принципе, носила ЕРДР, прокуратура области, по хищениям с помощью схем и участия предприятий, коммунальных предприятий, ряд, как вы правильно сказали, ушли и расследуются, действительно, следствие по ним проводится центральным аппаратом в столице. Если я не ошибаюсь, то три производства у нас находятся на территории Харьковской области у наших органов судебного расследования. Какие это, на каком они этапе? Чтобы не вводил в оману, мы подготовим, я название предприятия уточню, потому что достаточно. Ну, по Поздееву у нас оглашено подозрение в совершении соответствующего преступления. И, естественно, решен вопрос о мере пресечения. По мере пресечения тоже надо будет уточнить у Вити Дубовей, что тоже. И второй вопрос, если позволите. В свое время, где-то месяца полтора-два, на пресс-конференции прокурора области Данильченко говорил о том, что прокуратура начала разбор фактов и расследование так называемой деятельности ЖСК, жилищно-строительных кооперативов, которые на протяжении нескольких лет получали землю, в том числе лесопарк, с помощью сессии горсовета. И было подозрение в прокуратуре, что эти схемы тоже были незаконны для незаконного получения земли громады. Скажите, пожалуйста, есть ли подобное сейчас уголовное производство, на каком они этапе, сколько их, занимаются ли этим вопросом прокуратуры? Позиция осталась неизменная, по нашему мнению. Выделение всех тех земельных участков, о которых говорил прокурор области, они являются соответствующей преступной схемой, состоящей из определенных этапов. Подтверждением тому, что позиция наша осталась неизменной, насколько мне известно, так как это не мой участок, могу сказать это с уверенностью, что прокуратура области подготовлены и внесены соответствующие иски о признании незаконного выделения этих земель. Это делается параллельно с расследованием уголовных производств. Уголовные производства, которые были зарегистрированы, они расследуются, и по ним проводится весь спектр оперативных следственных мероприятий, которые не ушли. Спасибо, пожалуйста. Добрый день, Игорь Олегович, ученики. Ну, вы рассказывали про резонансные дела. Одно из таких резонансных дел была ситуация с Буричанским национальным природным парком. Так вот, там, в Туричанском районе, большое количество уголовных дел, которые подвешены в воздухе уже более двух лет, в том числе и прокуратура никак не реагирует. Но в тот же момент, когда представители элитного охотохозяйства Бирюк подали заявление в прокуратуру на национальный парк, проверка прокуратуры приехала буквально на следующий день. Вот. Мне попал в руки один документ, а именно докладная записка одного из специалистов, участвовавшего в проверке прокуратуры, от 17 июня. И в ней написано, для ликвидации национального природного парка специалисты рекомендуют подать иск от Туричанской районной администрации или Каменского сельского совета, первое, второе, представителям Харьковской лесоустройства.
строительной экспедиции подготовить висновок щодо недоцільності створення на этой территории национального природного парка. Ну, это, в общем-то, первый вопрос, прокомментировать эту ситуацию. Ну и второй, поскольку мы видим, что прокуратура, в общем-то, работает так же, как раньше, и экологическая общественность в Украине решила встроиться в эту схему, и поэтому мы проводим такую акцию на данный момент сбором денег «Купи прокурора». Сколько нужно дать взятки в прокуратуру, чтобы прокуратура наконец-то начала защищать интересы народа и Украины, а не элитных сотрудников? Спасибо большое. По вопросу парка ответить в настоящее время не могу, потому что не есть направление, это моими функциональными обязанностями, но давайте подготовимся, разберемся и ответим. А проверку, которую проводили, писали заявление, это вы говорите о районной прокуратуре? Да, Гречанская районная прокуратура. Ну, безусловно, сейчас я уже вижу, что Вита уже помечает. Вот, да. Не есть, скажем, у меня в надзоре и на слуху наличие какой-то крепкой проблемы сейчас там. Мы ее озвучили, спасибо, но разберемся. Но ликвидация национального парка – это общенациональная проблема. Да, я слышал, понимаю. Да, пожалуйста. Елена Иванова, агентство «Интерконсультант», мне нужно несколько вопросов уточнения. Во-первых, уточнение по делу по обвинительному акту по Рыбодинскому городскому главе. Вы говорили, что оно его планируется направить в суд, вы можете уточнить, когда? Ближайшим часом ми плануємо направити суд. Думаю, що це буде липень-серпень. Я поняла. Теперь, собственно, вопросы. Вопрос первый касается массовой драки, которая произошла на студенческом городке на Атакара Яша. Скажите, пожалуйста, появились ли все-таки какие-то подозреваемые по этому делу? Если да, то сколько и какие меры пресечения, если нет, то почему до сих пор нет? И сюда же вопрос, связывается ли вы взрыв, который вчера произошел ночью возле общежития в студенческом городке на Алексеевке с этой массовой драки? Это вопросы ко мне, наверное. Первое, что касается, начнем со второго вопроса, что касается взрыва, пока никакого отношения к тем хулиганским действиям по ножовщине, покушению на убийство, которые были и связаны, скажем так, связи нет никакой. Пользуясь случаем, хорошо, что вы подняли этот вопрос по взрыву, по последнему. Хочу обратиться и с просьбой, и озвучить такой момент. Вот, вы знаете, что органы внутренних дел, СБУ, прокуратура, мы, в принципе, молниеносно обязаны реагировать на каждое сообщение о взрыве, выезжать, если там дальнейшее возвращение, описи, регистрация, расследование соответствующих происшествий. Вот в ночь, когда это случилось, 1 июля, да, в социальных сетях пошли сообщения о совершении там, 5, потом 6 взрывах и все остальное. По сути, можно сказать, что взрыв был единственный по улице Целиноградской. Значит, других взрывов не было, но вместе с тем, подхватив эти данные о том, что 5 или 6 взрывов, ну, для города понятно, с одной стороны, это правильно, потому что люди внимательно друг другу передают, делятся, и в принципе это хорошо. Другой момент, единственная просьба, что если есть конкретные данные, хотя бы район или ориентир, где эти взрывы происходят, то чтобы соответствующий распространитель данной информации где-то параллельно нашел несколько минут и сообщил об этом на 102 или удобный любой телефон. Не могли дозвониться. Или я разговаривала, не могли дозвониться. Или на горячую линию, да, это раз. Во сколько примерно взрыв произошел? Взрыв у нас произошел в 2 часа 4 минуты. Это поступило первое сообщение в Дзержинский райотдел. Это регистрация. А первые сообщения в соцсетях появились 23, что самое. Да, 23. Да. Сейчас на райотделе говорят, что было 2 сообщения, 2 вызова. Один поступил около часа ночи, второй, соответственно, около 2. Ну, я могу сказать, что касается регистрации официальной, то, что есть на бумаге, есть зарегистрированный звонок. Звонок у нас в 2:04, а взрыве в 1:30. Поэтому, ну, вот, чтобы была конкретика и ясность, и понятно, так? Что касается... Что-что? Вы же еще не закончили. Да, я не закончил, это правда. Значит, что касается раскрытия преступления, связанных на Атакару Ярше. Могу вам сказать, что там проведена достаточно работа и проводится. Было бы неправильным
сказать о том, что на сегодняшний день мы расследуем, проводим мероприятия, и вот скоро там что-то будет известно. Могу сказать, что в частности мы на сегодняшний день уже понимаем, кто может иметь отношение, дособираем определенное количество доказательств для того, чтобы говорить с конкретикой, что есть соответствующие люди, для кого у нас есть основания предъявлять подозрения. На ваш вопрос по поводу, где же люди, да, о которых там говорилось, что... Задерживали? Да, этот вопрос нужно адресовать источнику этой информации и у него, у этого источника поинтересоваться, потому что официально в рамках данного криминального производства люди не задерживались и подозрения не предъявляются. И вы сказали, что у вас уже есть информация о том, кто может стоять за этой дракой. Вы можете обозначить хотя бы, это какая-то организация, какая была причина, это была ненависть к определенным людям, людям с определенным цветом кожи, то есть что это? Ну, знаете, дайте немного времени, мы конкретику скажем. Любое сейчас пояснение и предположение или общие фразы, высказанные с моей стороны, будут проявлением непрофессионализма, это неправильно. Предъявим подозрения, скажем об этом, после этого сделаем все уточнения. И еще у меня один вопрос по мусорной иллюстрации, дела так называемые по мусорной иллюстрации, когда засовывали в мусорник депутатов городского совета различных. А как продвигается здесь расследование? Там я знаю, что было и обращение депутата по поводу бездействия милиции, и были обращения активистов, которые говорили, что их не пускали в мусор. Здесь как? Прогресс есть. Значит, по данному вопросу тоже сделаем уточнение Вите и ответим на него. Спасибо. Да, скажите, пожалуйста, я вернусь к теме вот этой массовой драки, да? Скажите, пожалуйста, все-таки уточните, точнее, вообще задерживали ли 5 человек или были ли подозрения? Потому что есть информация от определенных, скажем, кругов, которые считают, что этих 5 человек вообще не было. Ну, могу вам сказать о том, что на сегодняшний день по делу допрошено 706 свидетелей, уже, наверное, больше 706 свидетелей, да. Но официально, чтобы кто-то кого-то задерживал, предъявлял подозрения и были конкретные лица, которые бы в органы судебного расследования доставлялись как лица подозреваемые и причастные к совершению преступления, их не было. То есть, получается, сказали про эти 5 ради успокоения, да, получается? Не буду комментировать информацию, которая исходила не от органов прокуратуры. И скажите, еще такой вопрос, опять же, люди, которые болеют за вот эту ситуацию, они говорят, ну вот ситуация такая, в метро, камеры, возле сельпо камеры, возле ресторана камеры, и там на протяжении вот этого всего пути тоже камеры, да, какая-то информация собирается, или зафиксированы ли какие-то лица, ну то есть это людей возмущает. Спасибо. Вы сейчас назвали, в принципе, первоочередные следственные мероприятия, которые были проведены, поверьте, это не упущено, это все сделано. Спасибо, пожалуйста. Ростислав Косейников, точно дорогой. Скажите, пожалуйста, вот по фирмам, о которых вы говорили, связанным с Евгением Жилиным, конвертационные центры работали в юрисдикции Западной налоговой, или это фирмы, которые разбросаны по разным районам города? И какая ситуация с персонажем по фамилии Никонов, которого ассоциируют с Жилиным, который являлся преемником этих конвертационных? Касательно регистрации предприятий, по которым ушли в суд обвинительные акты и еще находятся и расследуются, это уточним, потому что регистрация юридических адресов я вам скажу на уровне. Так. Что касается Никонова, и не только Никонова, а и иных, скажем, лиц, которые занимаются или занимались минимизацией и продолжают заниматься или планируют заниматься, то соответствующая работа, скажем, проводится и будет свой результат. Это что значит соответствующая работа? Это значит, расследуются криминальные производства, которые прорегистрировали по обналичиванию, минимизации и уклонению от уплаты налогов, которые проводились на территории области с помощью специалистов.
специально подготовлены предприятия для этого и создания эффективных структур. А сам Никонов был задержан, ему предъявлено подозрение, что этот вопрос тоже уточним, потому что... Добрый день, я представляю, что это Владимир Самурай, командир 15-го батальона, группы в городе Харькова. У меня возникает такой закономерный вопрос. Вы затронули момент борьбы с сепаратизмом и проявлением. У меня есть очень большой интерес, какая работа проводится в отношении организации съезда, который состоялся в прошлом году в дворце Спонса. Значит, криминальная... Нет, криминальное производство по данному поводу длительное время расследовалось и, насколько мне известно, находится в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины. На каком этапе вы можете что-то сказать, как это прокомментировать? Я не готов. Ну, следствие организатора, насколько я понимаю, сейчас продолжает баллотироваться. Вот еще раз повторюсь, по первым лицам и по организаторам, по основным, скажем так, политическим фигурам, которых занимали дурс, да, дела эти расследуют в центральном аппарате. Поэтому я не могу их комментировать, я не знаю этого. Хорошо, у меня еще вопрос, благодарю за ответ. Мне интересно, какая работа проводится непосредственно по Харькову и Харьковской области в отношении крышевальщиков всевозможных наливаек, наркоточек, игровых автоматов среди представителей правоохранительных органов. Я сейчас сознательно говорю в общих чертах, не называю ни имен, ни фамилий, ни конкретных мест, но я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Да, могу отвечать в первую очередь за органы прокуратуры. Можем сделать уточнение, что сделано в 2015 году непосредственно процессуальными руководителями и непосредственно сотрудниками прокуратуры, которые лично выезжают, выявляют салон и вызывают туда уже оперативные группы и занимаются регистрацией соответствующих криминальных производств. Что по работе наливаек и всего остального, думаю, что этот вопрос будет более точен и ясен и для органов внутренних дел. Это последственность, скажем так, их. Каждый отвечает за свою работу. В случае я хотел бы спросить у вас, какую рекомендацию вы можете мне дать, что я должен делать и каким образом поступать. Не так давно, если вы в курсе, наши ребята накрыли одну из оптовых наркоточек, где находился непосредственно мак. Значит, представители правоохранительных органов, насколько я понимаю, на тот момент отказывались заниматься этим моментом, мотивируя это тем, что это кондитерский мак. Я могу привести сюда человека, который на камеру из этого кондитерского мака может спокойно приготовить щепку. Ну, совет он один и единственный. Вот в данных случаях и во всех аналогичных я обращаюсь, пользуясь вашим вопросом, ко всем средствам массовой информации, увидели игровой салон, звонок на нашу линию горячую. Не выехали правоохранители, не приехала группа, звонок на нашу горячую линию, в том числе и в УВП, органы внутренних дел, и в сами органы внутренних дел, потому что факт, который вы мне говорите, он, в принципе, мне неизвестен, но если это так, о чем вы говорите, извините, если Бога, да. Могли бы вы озвучить номер телефона? Да, конечно, никто не знает. Это наш телефон. Спасибо. Пока вы идете, прошу вас обратиться. Спасибо. Я еще данный дзвоник про замінування. Які заходи відбуваються з цього приводу? Може, колись знайшли і покарали? Знаете, что касается этих звонников, все понимают, что каждый звонок, в принципе, это работа всех соответствующих органов, выезды, перепроверка, эвакуация людей, кропотливая работа взрывотехников и всех остальных служб. Так? Некоторые говорят о том, что, в принципе, все эти звонки, по мнению некоторых людей, что они все тщетные, это все, вот эта работа, которая проводится, она проводится зря. Но давайте вспомним недавнее заминирование площади, где была найдена граната. Поэтому эта работа будет производиться в любом случае, на каждый выход, такой на каждый звонок будет реагировать. Инициаторы и звонари, так называемые, в большей степени это люди, находящиеся на территории так званой ДНР и ЛНР. Понятно, это делается для
не совсем хороших целей, стабилизации, да, и работы в наших продуктовых планах. Значит, в этом году, на память я вам не скажу, что в прошлом году несколько человек мы задерживали по данному поводу. Если нужны конкретные приговоры, то опять обращаемся, мы дадим соответствующую информацию. Обвинительные акты однозначно ушли в суд. Ни один звонарь такой позвонил, отшутился и остался сидеть дома и остался безнаказанным. Таких фактов. Реальные приговоры с реальными мерами наказания. Да, уточнение, который говорит, да, это больше вопросов, то, что у нас осталось 10 минут. На какой стадии сейчас находится расследование получения правомерных вызовов заместителя директора департамента телекоммуникации и связи Госсовета, в отношении которого было избрано мера пресечения с приговором содержания в СИЗО, мы его отпустили, мы в Роман-Центре. Просто яркий пример, что когда в Госсовете вручали повестки и вручало его имя, он убежал оттуда. То есть человек может ведь убежать и теперь, но он находится... Если, спасибо, если вы знаете и помните, то позиция прокуратуры она была едина, люди задерживались, обращались к соответствующему представлению в суд об аресте. Есть выписан в Уголовно-процессуальном кодексе вариант изменения меры пресечения внесения соответствующего залога, и это по поводу того, почему он сидит в зале или не сидит, или находится в СИЗО. Вот. Второй момент. Криминальное производство в этом месяце или в следующем пойдет в суд с той же квалификацией, абсолютно с теми же инкриминированными обстоятельствами, которые были на момент задержания указаны. А планируется ли изменить меру пресечения? Ну, вот яркий пример, что когда вручали повестки, его фамилия прозвучала, он убежал. То есть это человек, который показывает явно то, что он может убежать и завтра, если ты узнаешь что-то. Вручение повестки никак не связано с криминальным производством. Основание для изменения меры пресечения, если лицо, которому изменена мера пресечения на более мягкую, нарушает условия. Ну, то есть это не, скажем, вопрос, убежал или не убежал от вручения повестки из сессионного зала. Вопрос о том, что если он перестанет являться в органе досудебного следствия или будет нарушать те требования, которые прописаны к нему в соответствующем постановлении при изменении меры пресечения. А в отношении второго человека, начальник отдела тоже, ну, вот из этого же. Вся квалификация, все, что было изначально, все сохранено до сегодняшнего дня, и в такой же категории обвинительный акт мы планируем направить в суд, скорее всего, в этом месяце. Спасибо. Ну, если вернуться вот к вчерашнему взрыву, уточните, скажите, пожалуйста, есть ли уже информация, все-таки, что это было за взрывное устройство, можно ли говорить о том, что это самодельное взрывное устройство? Могу сказать, да, могу подробности сказать, что у нас есть по результатам осмотра места происшествия воронка диаметром 60 сантиметров и глубиной 30 сантиметров. По результатам взрыва у нас пошкоджены окна общежития, естественно, с места там изъяты образцы грунта, иные предметы, которые могут нести на себе информацию о следах взрывного устройства и всего остального. Каких-либо подробностей пока сообщить я не могу. То есть вы сейчас можете говорить о том, это самодельное взрывное устройство или профессиональное? Нет, данных сейчас нету. Данных сейчас у меня этих нету. Скорее всего, это безоболочное устройство. Иных уточнений вот будет после проведения исследования. И по поводу начальника госземагентства, начальника управления госземагентства, который был задержан, взят под стражу, но у него была определена мера пресечения, как у всех, с возможностью внесения залога в 500 тысяч гривен, если я не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, он внес эти деньги или он все-таки в СИЗО находится? Мы вам додатково дадим такую информацию, потому что на данный час эта справа расследуется. Мы вам дякую за питание, мы додатково дадим такую информацию. Спасибо. Здесь можем по этому делу информацию дать в той части, что после избрания залога, если не ошибаюсь, в 500 тысяч, мы писали апелляционную жалобу на увеличение размера залога. Вот это было. А внес ли данное лицо залог в настоящее время или нет, уточним, сообщим. Спасибо. Короткий вопрос. Да, Дмитрий Мацунин, короткий вопрос. Интересует ситуация в судах. Скажите, пожалуйста, какое количество на сегодняшний день, потому что мы знаем, что подаются все эти обвинительные выставки, процессы,
Потом есть подозрение, что он там по каким-то причинам рассыпается, останавливается, блокируется. Вот за ваш период работы есть ли уже конкретные успехи в отношении реальных обвинительных приговоров по чиновникам любого ранга за весь период этой деятельности? Конкретные фамилии, конкретные приговоры и то же самое хищение. Есть ли успехи по возврату каких-либо средств, если можно назвать суммы, которые за этот период уже возвращены в бюджет государства? При любых формах. Ну, конкретные вот успехи. Служебным лицам сейчас ответит Олег Владимирович. Могу сказать, что по уголовным производствам актуальным, те, которые заканчивались и касались массовых беспорядков, захватах административных зданий, то у нас на сегодняшний день есть результат в виде назначения наказания двум лицам в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Это по тем производствам, которые заканчивались у нас по делам, связанным с Евромайданом. А что касается по служебным преступлениям, коллеги. Дякую за запитання. На сьогоднішній день ті обвинувальні акти, які направлені до суду і ще розглядаються і в ході розслідування, там, де було виявлені і встановлена шкода, і виявлені грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку, ми, звісно, обов'язково звертаємося до суду, накладаємо, суд накладає арешт на ці кошти і в ході судового розгляду ці кошти будуть для конфіскації. Які вироки будуть постановлені, ми, звісно, впевнені, що вони будуть обвинувальні вироки і будемо орієнтуватися завжди в суд для реальної міри покарання на максимальний термін, як передбачено законом. А що стосується окремих справ, ви звертайтесь, ми вам додатково надамо таку відповідь. Ще останній, так? Так, останній вопрос. Вчера была информация в Генпрокуратуре, что задержан еще очень неизвестно 100 тысяч один из сотрудников прокуратуры района Харькова. Вот скажите, пожалуйста, что с ним сейчас? Он отстранен от занимаемой должности, он уволен? Вообще, на каком он свете? Если можно, хотя бы родину заявить. Если можно, по данному поводу обращаемся в пресс-службу. Которая рассказывает, что это полностью компетенция Генеральной прокуратуры Украины. Отдельная инспекция, которая занимается всеми этими вопросами. Во-первых, человеку еще не избрана мера пресечения, как мы все читали на сайте Генеральной прокуратуры Украины, ему оголошено предозвук. Соответственно, для устранения любого давления на это дело, любых каких-то моментов связи, прокуратура Харьковской области к расследованию этого дела не имеет никакого отношения. Этим делом занимается только инспекция Генеральной прокуратуры Украины. Может быть, принято решение о отстранении его? На данный момент такие документы в прокуратуру области не поступали. Если они поступят, конечно же, они будут выполнены отделом кадров. Виктор, если можно, вот знаете, здесь и скажите, телефон горячей линии. Да, телефон горячей линии. Так, чтобы не назвать телефоны тех, кому я должна звониться. Страшная вещь. 057-732-56-81. Медленно. 057-732-56-81. Если этот номер не отвечает? Отвечаю всегда я. Свой телефон я уже озвучивала. Если вдруг кто-то где-то не срабатывает, за любую взаимосвязь с общественностью и с журналистами, любую информационную работу отвечаю я. Телефоны есть, на Фейсбуке я есть, на сообщения личные я отвечаю. То есть даже если вы не у меня там в друзьях, не в моих группах, там, я всегда готова к общению. Я работаю 24 часа в сутки, это 7 правда. Дней в неделю. Это правда. Вопрос последний. От нас были вопросы, которые вы сказали, что наши спикеры сказали, что будут уточнения. Давайте назовем день, когда вы на эти вопросы ответите всем, кто присутствует. Я постараюсь ответить до конца дня. Если нет, то я попрошу еще завтрашний день. То есть мы можем вот пригласить вас, четверг, пятница, может быть, а как вы хотите? Я могу индивидуально отвечать? Я написала как бы контакты. Чтобы это было. Нет, мы же не будем собираться. Я могу на Фейсбуке выдавать людям информацию. Я могу вашему кризисному центру предоставить информацию, а вы ее будете распространять как удобно, любой формат. Да, мы сделаем рассылку. Вы нам просто... Конечно. Хорошо. Спасибо, если есть большой вопрос, спасибо большое. Спасибо вам большое.